Знаете, бывает, вот смотришь на свою клавиатуру, а потом такой раз, что-то приуныл. А все потому, что подсветка ни о чем. Хватит это терпеть! Зацени веселую клавиатуру с крутой подсветкой TT Sports Poseidon Z RGB. Материал – матовый пластик, который не пачкается. Снизу расположены резиночки, чтобы во время игры клавиатура не ездила по столу. Они расположены не только по углам, но и посередине, чтобы клавиатура во время работы не прогибалась. Плюс резиночки есть не только здесь, а еще и на ножках, которые меняют угол наклона. В общем, сделано хорошо. Длинные шифты и раскладка без смещения клавиш мне нравятся, потому что не нужно привыкать к новой комбинации и играть удобно. Под кнопками механические переключатели Kail Blue. Они круто щелкают, имеют четкий отклик, и вы всегда знаете, когда клавиша сработала. Дополнительные функции такие: управление треками, громкостью, запись макросов на лету и управление яркостью подсветки. Кроме этого, вы можете переключаться между 5 разными профилями настройки. Это могут быть как настройки подсветки, так и клавиш, или все вместе. Конечно, как и в любой другой игровой клавиатуре, есть кнопка, которая блокирует клавишу Windows, а также есть функция NKRO, то есть поддержка неограниченного количества нажатий кнопок. Давайте посмотрим, что может подсветка. Самое первое – это полная подсветка, любым цветом, каким захотите. Естественно, вы можете дать каждой кнопке или группе кнопок свой цвет. Делается это просто. Выбираете цвет, нажимаете кнопку. Правой кнопкой мыши отменяете. Можно выставить пульсацию или циклическую смену цветов. Второй режим – вот такой. Естественно, цвет вы настраиваете сами. Также можно сделать несколько пресетов и переключаться между ними в дровах. Хотите один цвет? Пожалуйста. Хотите все разные? Можно. Все что угодно. Следующий режим – линии. Фишка с пресетами работает и здесь. Выбрали разноцветный? Стрелы разноцветные. Какие стрелы хотите, такие и будут. Можно сделать так, чтобы они шли либо в одну сторону, либо в две сразу. Можно задать им скорость. Далее мой любимый – радуга. Он самый яркий и видно сразу все цвета. Можно настроить, в какую сторону будет идти волна и ее скорость. Последний – пульсация. Тоже очень крутой эффект. Опять же, можно настроить цвета и юзать пресеты. В общем, это все тот же знакомый всем Poseidon Z, только теперь с RGB-подсветкой. Было бы неплохо, если бы они сделали еще и светоотражающую подложку под клавишами, чтобы светилось еще ярче, хотя на самом деле и так светится круто. Хорошая машинка для игр теперь стала веселее, так что если ты что-то приуныл, то юзай Poseidon Z RGB. На этом все. С вами был интернет-магазин FUA. Меня зовут Макс. Подписывайся на наш канал на YouTube, не будь унылым, и все будет хорошо. Пока!